Доброе утро, мои дорогие подписчики. Вот я снова возле своего палисадника в селе. Хочу показать, как можно из ипомеи сделать красивые украшения маленького заборчика. Вот ипомейка в сентябре месяце. Посмотрите. Какая она получается, очень красивая, нарядная, разного цвета. Вот. Еще хиноцеи цветут, а вот мирабелисы, вот беленький мирабелис, хиноцейка, бархатцы. И вот, а вот ахинацейка отцвела. И вот такие у нее шишечки, которые могут стоять до самой весны, а потом еще и насеяться. И потом будут обычные сеянцы, и не надо ее сеять специально. Она очень хорошо растет через стратификацию, через зиму. Вот моя агаура. Я вам говорила, что у нее вот сентябрь месяц, 16 число, и вот она какая превратилась в красавицу. Мирабелисы, мирабелисы, ночная зорька. Вот они какие, и беленькие, и розовенькие, и рябчатые. Вот, 6 утра, она раскрывается. А потом снова закроется. Поэтому я ее спешу пораньше сфотографировать. Вот, смотришь из окна своего и любуешься этой красотой. Вот этот цвет очень красивый. Ну, вот тут немножечко не передает, совсем не передает, какой он оранжевый. Ну, а сейчас перейду вам ближе к догауре. А вот и гаура. Она уже выше меня ростом. В июле я показывала маленькую. Это один кустик всего-навсего. Днем столько пчел на ней. Посмотрите. Посмотрите, посмотрите. Что она себе тут позволяет. Роскошь такая. Одна на всю клумбу стоит. Красавица. Цветочек, бабочка. Порхает на длинных веточках. Она порхает, как бабочки. Сейчас рано очень, не летают пчелки и не летают осы. А то здесь постоянно на них гул такой разных насекомых. Как вытянулась у меня Golden Perfume розочка. Вон, куда она погнала. За одно лето я их обрезаю вот на таком уровне. И как она повытянулась. Вон. Какие длинные плети. Яблоня райская. Долго. Называется сорт у нее Долго. Видите, у нее листики темные-темные. Вот, еще маленькие яблочки даже завязались. Вон какие яблочки. Ну, это первые яблочки в этом году. Вот такой палисадничок сейчас. 16 сентября. Видишь, какие куст гауры. Это один куст. Вот, один куст вот такой. Величины. Я его связала немножко, чтобы он не распадался так сильно. Вот, брызги. Брызги налево, брызги направо. Красота. Заканчиваю свой показ заборчиком из ипомеи. Вот тут у меня люди ходят на остановку. Мимо моих окон.
очень смотреть интересно, наблюдать за ними, когда они все проходят мимо и постоянно не под ноги смотрят на дорожку, а смотрят на мою клумбу. Очень-очень интересно. Заходите ко мне. Я буду еще что-то снимать интересное. Еще не все зацвело. Еще гладиолусы не цвели. Поздние грани уже цвели. Вот такие бархатцы. Красивые. Это невысокие. Они закрывают кустик цедонии. Я сюда ее привезла, веточку цедонии. Но вот лето, жару вот так вот. С молоденькими листиками, но стоит. Жару перенесла.